Приветствую, друзья, с вами Александр. В самом разгаре зима, 5 января. Сегодня я предлагаю вам культурную программу. Новогодние каникулы, хватит там сидеть за столом, жевать оливье. Предлагаю вам минутки на 4 перенестись в теплый осенний Сочи 2018 года, где я пребывал вот в прошлом году. Жил там в районе парка Олимпийский, там, где, собственно говоря, происходила Олимпиада несколько лет назад у нас. Значит, ходил к морю постоянно через этот парк, там, где эти все сооружения. В общем, смотрел на достопримечательности. И одной из достопримечательностей был такой музей-выставка автомобилей, спортивных автомобилей, ретро-автомобилей, значит, каких-то тюнингованных автомобилей. Ну, в общем, естественно, я не мог пройти мимо и посетил. Вход стоит туда 500 рублей. Потратил я минут 40 для того, чтобы там пройти. Потом еще около 3 часов на монтажку, на, значит, вырез самых там интересных кусков, вставку фотографий и так далее. То есть около 4 часов потратил 500 рублей. А вам сегодня достается это все практически бесплатно. От вас только ваше время. Там, по-моему, 3.40 получилось. Посмотрите, что за машины. Некоторые экземпляры очень интересные. Будете в Сочи, загляните. Там их пару музеев, но я был только в одном. Так что давайте. Культур-мультур. Все в музей. А я на мойке.